задвижка, хочу гидравлические шланги. Все. 2 секунды у нас, ну прям 5 секунд мы меняем навеску. Уже готово. Допустим, ротор прошел, надо щетку. Прям подъехали, хоп-хоп, перецепились и дальше поехали. Всего несколько простых движений, и котенок, так ласково называют этот мини-погрузчик рабочий, готов к зимней работе. На этой машине Александр Растяпин работает уже более 5 лет. У него особая зона ответственности – Самарская набережная. Чтобы поддерживать одно из самых живописных мест в городе в чистоте, приходится ежедневно выезжать раньше 6 утра. Но, признается Александр, результат того стоит. Радуешься, когда порядок, и люди тоже радуются. Некоторые нас благодарят. Некоторые восхищаются, то, что мы вот так вот выходим, и люди спокойно приходят, гуляют, наслаждаются работой и порядком. Десятки таких же мини-погрузчиков, тракторы, самосвалы и другие машины. Служба ЖКХ и благоустройства демонстрируют на площади Куйбышева свою спецтехнику и ее готовность к зиме. Практически все машины переоборудованы для работы в холодную и снежную погоду. В этом году на улице города выйдут более 700 единиц. Из них 311 машин принадлежат управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и их партнерам, которые будут расчищать дворы от снега. Коммунальщикам поставлена задача укомплектовать личный водительский состав так, чтобы техника не простаивала, а работала в двухсменном режиме. Минимум на одно машиноместо нужно иметь 3 водителя. Для того, чтобы машина работала, вот тогда мы будем говорить по задаче, которая ставится губернатором по очистке города от снега, она будет выполнена. Запасены к зиме и реагенты, которыми будут обрабатывать дороги и тротуары. Более 15 тысяч тонн смеси «Бионорд» и 10 тысяч тонн песка с солью. Также в этом году планируется применить в центральной части города двухкомпонентный реагент. Специальными емкостями для него оборудовано 6 машин. Такой способ снижает расход материалов на треть, а влажный реагент сразу вступает в реакцию плавления снега. Это положительно скажется на оперативности уборки улиц. И хотя большая часть представленной техники уже заточена под работу в зимой, отсюда, с площади Куйбышева, машины направляются не в гараж, а на Самарские улицы, чтобы продолжить работу по наведению чистоты. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.